Именно «Катюша», как боевая машина, стала символом победы. И мы приняли решение установить «Катюшу» у подножия Кургана Славы, который также является символом победы и символом освобождения нашей страны Беларуси. Мы целый год были в поиске оригинальных и тех деталей, которые были на оригинальных «Катюшах» той войны. И многие вещи здесь восстановлены именно от боевых машин. И этот сегодня оригинал, который восстановлен, это практически единственный такой экземпляр в нашей стране. И мы этим гордимся.